Ну, Фандус. Ты, кажется, мне не рад. Он совсем не рад, потому что это его убежище. Это его единственное место, где он думает, что его никто не достанет. И если кто-то туда лезет, он очень нервничает и очень злится и всячески пугает. Он как пружина весь сделался. Потому что он меня сюда не звал. Потому что мне там нет места. Это его территория. Он следит за каждым моим жестом. И ему это не нравится. Он занервничал, стал облизываться. Джубастик мой. Потолочный кот. Дальше он тут полежит и нехотя, наверное, спустится. Может быть, покушать, может быть, поиграть. Скорее всего, он так и будет лежать до вечера. Не время еще, нет. Еще не время. Еще мафия спит. Варенька. Все с ней хорошо. Вот наша Варенька. Она сейчас живет у нас на кухне. Потому что Сильва, как я уже рассказывала, после смерти Каши совсем ее закошмарила. Она ее обижала, держала буквально под диваном, не давала ей выходить, не давала ей пройти к лотку, кормилке, к поилке. В общем, совсем зашугала. Пыталась отселить, естественно, Сильву сначала как агрессора, но она поднимала такой дикий крик, что я, в общем, побоялась, что соседи начнут жаловаться. Поэтому отселила Вареньку. Сначала она у нас жила в коридоре. Ей тоже это вполне устраивало. Ну, потом, когда похолодало, я ее переселила в кухню. Потому что из-под двери входной там тянуло сильно. Вот. Я ее переселила в кухню. Ей здесь нравится. Она вот лежит частенько на своей подстилочке. Смотрит в окно. Смотрит на террариумы наши. За ящерками вот наблюдает. И вполне неплохо себя чувствует. Отдай щетку. Вот каждый раз у меня проблема с уборкой. Потому что он сидит в своих норах подкроватных. И там подмести не дает. Ненавидит палки, ненавидит швабры. Ненавидит вот это вот все. Есть подозрение, конечно, что он был у меня когда-то бит, да? Человек, у которого он оставался на пару дней, воспитывал его, видимо, именно веником. И с тех пор он их ненавидит. Отдай. Ну, Нафандос, мне твою кучу надо подмести. Ну, какая ярость. Это вообще не игрушки, нисколечко. Абсолютно это для него не игры. Он прям напал и убивает своего врага. Вот как это часто бывает у животных. Он ассоциирует врага не с человеком, который бил, а с предметом, который наносил ему урон. Не, ну с человеком тоже. С тем человеком он тоже очень даже не ладил. Да? Нафандос, было дело. И со спины нападал, и охотился, и за шторок нападал, да? Всяко-всяко получалось. Ты молодец, да ты отстоял. И себя отстоял. И свои интересы отстоял. Ну, и меня тоже отстоял. Но теперь уже надо отдать. Ты же дома. Это же твой веник. Пока этот веник жив, мне не будет покоя. Или я, или он. Ну все, сразился. Победил и убил.
Ну все, 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 все. Все, 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 все. Отдавай. Ну на фандос. Все, молодец. Ты молодец.